О, Ватсон, это в гильдии со мной был. Нихуя, сколько тут тел. А тут половина типа, блядь, с X2, с X3. Изука в инсте уже? Да. Он сбоку зашел в инсте. Все, я вроде всех присмонил. А еще ж погибель сегодня. Сегодня закрываем ее. Карниз. А как он меня понимает, я же не гад, блядь. Или это похуй? В смысле? Ты чё, мы же в инсте, ты Ариан сейчас. Ребят, слушай, такое дело. Мне, короче, после 9 минут на 10 надо будет отойти, тётю уколы колоть. Ага. Это и хуёво. Короче, я с собой все реги, чарки и камни взял уже, блядь, на Т4. Так что я думаю, это хороший знак, блядь. Блядь, надо тоже слетать купить, может, шапку с роли. Готовился. Ну, тупо прям, даже в сумке барахло выкинул, блядь, освободил место. Чай нужно на танка. Что тут такое? Бой. Чай на танка нужно, что ли? Какая чай? Чай? Ну, сделаем. Так, а я не помню, что там. Сейчас гляну. Ну, я просто сейчас только что РЧ дал на деву. Идем мы туда или нет?
А, я не знаю, я случайно да нажал. Сейчас у меня, короче, А потом сметка. тебе надо Там с до дыркой, нее да. много идти. Ой, да мы все в Там... составе, правда, два. Да давай разобьем, что, блядь. Там же дырка целая. Вдруг пригодится. Танчить там какого-нибудь алголона там, блядь. Ну, скучно сейчас танков ради. Ну ладно. А что такое лагает? Знаешь, я похож только. Зависло. После этой ебучей обновы, посмотри, тут траблы вылетают. Стаки силы забрали. Сейчас я вылетел, перезахожу. Ёбаный Сидус, блядь. Хочу пуху 39-ю на ретли. Хочу Ториадал. Нормально, заходит. Что происходит, блядь? Всем привет. 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 Это кто сейчас говорил? Это ты мне? А, это ты говорил? Что говорил? Ну, только что. Да, да, я. Так ты ж уже здоровался, блядь. Кто? Все, я понял, у меня глюки. Ну ладно. Просто мы вначале здесь сидели, и ты вроде уже совсем здоровался. Тебе показалось. Скорее всего, это когда был другой. Корнес, у тебя появился этот. Двойник. У Корнеса с боссом похоже босс. А, да? А, это босс разговаривал? Я, кстати, ни разу не слышал. Да, это, скорее всего, босс говорил. Кстати, точно меня поняли. Возможно, Корнес и босс это один человек. Просто не палится. Да, тупо гладиатор 2 наберу. Зачем бабки, блять, кому-то давать, если можно себе все забрать. Неплохо. А мы Оню будем сегодня идти любезнее? А, ну давайте по времени посмотрим, потому что я бы сходил, мне на самом деле вебенс не очень нужен. И ну и плюс там 250 баджи за 5 минут оформиться. Угу. А мы будем пробовать? Кого? Ачивку будем пробовать делать? Какую? 50 дракончиков убить. Ой, не, ну нафиг это надо, ты чё? Не надо на кровать. На кровати. Серёж. Нет. Давайте играем мы в метки. Потому что пиздец какой-то, я вообще не могу. Все разбегаются, меня чуть не убили в этот раз. Я с хостой стало лучше, намного, как я переделал. Я смотрю, разница, как сильно? Ну да, очень сильно.
Ну, я играл с... Это, сколько там, 600, по-моему, было, а сейчас 900 ровно стало. Ну, особенно в десятках очень намного лучше. Очень заметно. Что еще раз? В хосте на Алгалоне уже был. Да, да. Ну, это, мне кажется, хоста приоритетнее как-то в десятке, чем в 25-ке. В 25-ке и 700, мне кажется, будет хватать. Почему 25-ке? Почему хоста? Я не услышал твой вопрос. А, почему в 25-ке не настолько нужна хоста? Ну, не знаю. Мне как-то кажется, что в 25-ке... Хоста, да и говорили мне другие хилпалы, что хоста где-то 900, наверное. Или, да, 900 будет лучше всего в десятке. Ладно. Ну, я просмотрел все хилпалов, вот это вот... какого-то хилпала, сейчас вспомню ник. Как вот этого хилпала зовут РЛ ГГВП? Демезида. Да, он тоже ходит в 900 хосты. Также и с Этерналов там парочку хилпалов, по-моему, двое тоже 900 хосты берут. А как они потом, типа, ну когда вот 45-й шмот выйдут, они также вставляют 900 хосты и просто вон тут добиваются? Мне кажется, тут же... В 45-м гире будет в шмотках давать хосты намного больше, чем сейчас. Поэтому, ну, будут типа, просто ну, мне... Что ты говоришь? Ну, это я к тому, что они собирают... О, киньте его уже сюда, погоди. Я не хочу свою тратить. А, они собирают 900 хосты сейчас, или они в принципе хотят 900 хосты? Они, они в принципе хотят 900 хосты. Uh-huh. Вот ну, будут, значит, вот например, будут... интеллект. Да, будут просто менять камни потом. Uh-huh. Ну хорошо, окей, буду знать, что паладин на 900 хосты надо. Все прослушал. Ну там это мы про паладинов разговаривали. Я так не понял, почему я же 900 хосты. Не, я так типа слышал, но не прокомментировал ничего. Говорят, комфортно хилить в 900 именно. Ну, вот когда я бегал в 600, было такая... В моментах, когда надо было отхилить кого-то, долгий каст сильно, 600 хосты, а с 900 намного приятней, как по мне. Я бы собирал бы вот столько хосты, сколько тебе хватает, чтобы не садиться по мане, и все. Да ты и так не будешь садиться по мане, если ты в мили-зоне. Ну блин, ну тогда собери там себе тысячу тут он... хосты. Да не, это... Да это уже не надо. Что, там собирали... Там же интеллект крит дает еще. Да, там же интеллект и ману, крит, все дает, ну, по чуть-чуть. Не знаю, не знаю. Я бы собирал вот... Интеллект, да, там сидишь. Шмотки, хаст крит. Сколько выйдет шмоток, сколько выйдет. Ну, у нас печатка реагирует ману очень сильно я тут. Понимаю. Даже очень больше хорошо. Больше хосты, больше ударов, больше... Сейчас, подождите, я в ретрика спекаюсь. Давай, спекайся. Два куска ты 9 взял. А рыба будет? Или была уже? Была, наверное. Была, у меня 50 мунгов висит, точно была. Блин. Так, а я, наверное, на хпшечку. Ой, у меня уже 51 тысяча хп, нормально. Сейчас. 4 секунды, погодите еще. Только скажешь, когда будешь пулять. Это будем тогда такого. Я уже на пул дал, если что. О, слушай, типа просят там стрим включить. Да ладно, на следующем боссе.
письмо. Точнее, это да. Пусть там кто-то стоит. Реально, можешь меня не диспелить? В принципе, у меня рунический и так попадет, а ОПшка, ну, у меня достаточно сейчас 40% разницы агро. Не, не сорвут уже. Ну, получится, можно и напуливать. Угу. Сейчас заживем. Боже, мне перчатки эти классные падают. А это латные. Так, по-моему, мы только ради, по-моему, них выходим сейчас сюда. Фарнесса. У тебя есть такие или нет? У меня нет таких. Ну, давайте все пойду по старым чертежам. Также через питомца огромную кучу приведу. Так что аккуратнее. Ну, кстати, с кубом глаз ходили, вообще никаких проблем не было. Не зачистили все два этажа за 20 минут. Давай засекаем 27 минут сейчас. Капнул. Я вижу, у меня тут все давали.
дерень появилась. Дядя Игорь, научи дамажить. А ты мало. 1-2, 1-2, 1-2. Был бы файр, то был бы пиздец ровно. А если бы наверх был бы... Если бы наверх с рвом был бы, тут тоже был бы критовая ловушечка по всему этому. Там, по-моему, вся комната пришла. Я сделаю с рва, потому что я с рвом ПВП сейчас играть не могу, у меня тут с рв ПВП что. Делаю на трэше, он гипно очень... Значит, трэш, да, я да. На трэше очень много повести, потому что я вот эти вот 24 на пачке в два раза меньше лихводом. Ну, на самом деле, можно и мемо трапдансера делать, какая разница, что сур, что этот. Можно а что ты с ММ уберешь? Какой символ? А ты оставляешь АПшку, и что ты еще? Да ничего больше тебе не нужно, тебе даешь до тротила дойти. И все, получается. А, ты пробил-то? Ой, нет. А зачем? Ты химеру потеряешь, ну. Зачем билд по трэш, я имею в виду? Я именно билд под трэш, чисто на расчет, чтобы она критовала и это. И с выживаемостью, чтобы не было проблем. Чего? Ну можно, кстати. Всякого. У меня питомец не дошел до тебя, до кого я пускал его. А, ладно. Кстати, может бы этот. А зачем мы поднялись, кстати? Да нет, сейчас здесь просто загреюсь. А что так мало? Сколько это... осталось? Конечно, сердечко заколотилось. Там были такие моменты несколько раз, когда у меня прям вот совсем там процентов 5 хп остается, и на меня какой-нибудь холи лайт залетал на фул хп. И потом я тут же опять просаживался. Нам осталось собрать вот эту комнату. Давайте также на ступеньках постоим, и я их приведу. А, есть стан? Дал тебе капту. Стан нужен. Стан нужен. Так, я умер. Они просто это дуют. Да просто надо было нормально стать. Ты их, блядь, привел вообще сумасшедший. Конечно, сложно для него. Говорят, ну я в РПКшку ходил, поэтому какой-то Рога тоже делал билд под трэш себе. Типа в каком-то комбинации ШД и мутика давал, ну, что-то полтосик. Комбат, по-моему, клинки в разные стороны. А, или комбо с тесра с мутиком, какую-то комбинацию, там какой-то билд странный говорит. Или нормальные ботинки, по-моему. Ботинки нормальные, да. А, давайте также за угол. У нас станы есть? Сейчас. Шофе. Есть. Хорошо. А я знаю, что этот Корнес одновременно с боссом не разговаривает. По-любому один человек. Ну тогда, блин. Ну неудобно просто два дискорда переключать. Он пошел.
Стелин отдал. Не, зелень просто закончилась сразу же. Стану еще. В этот раз быстрее мы трэш сливаем. Мы вроде на том КД падали даже. Да, сейчас нет. Ну, сейчас у нас вот этот Невер, я, но он падали только. Ой. Там, по-моему, я босса согрел, у меня питомец полетел. Ну, Корнет сразу и за Вара, и за Хапала играть тяжеловато. Не пали. Все новая теория. Я тебе говорю, ну смотри, ну правда. Типа он вначале поздоровался, а потом типа говорит, да это типа был босс. Забыл сам. Тебе все кажется. Вот, а теперь он, короче, этот... почему не разговаривает с боссом сейчас? Потому что, блядь, нужно идти к другому дискорду. Типа, ну, неудобно. А так завел, типа, и мог, и видишь, что все нормально. Просто у него есть два микрофона, и голос чуть-чуть разный. Кузоркова, да, получается? Кстати, Зорки, ты до сих пор на даче? У тебя этот вроде временный же был этот город. Какой на даче? Я, ну типа, я домой уехал, там-то я был. Это я до конца августа тут буду. Ну, может, в Питер приеду на неделю. Иду в командировке. В гости ко мне зайдешь? Да, я тоже тебе хотел сказать, пью партию. Конечно, давай. Не пьет. Ну я пойду либо в конце следующей, либо в конце месяца. Ну меня кореш звал, вчера созвонился. Ты можешь себе пивка, а Донто сок купи, он же все равно не пьет. Я пью вообще-то. Ты пьешь? Конечно, вот, пью, чего это я не пью? Мне сказали, что ты пьешь. Я думал, это правда, но... Просто не надо считать, чтобы все, ну всех друзей залить поедать. Вот сейчас 14-го должен еще один кореш приехать, только он приедет сюда домой. С ним неделю потусовать, а потом туда в Питер ехать. О, побежали назад. А ладно, чего сидим, да и все. Че, давайте. Да, ну ладно. А что тут надо контролить? Че, фирят? А бьем череп. Понял. Баронессу сливать, да, которая бернет? Да, давайте ее. Но вы все равно ее не спинились. Где Мороз? Подметка, что за херня? А, его под ракету только вижу. Понял. Нет, он не стал. Понятно. Ой, я себе в этот Tell Me When добавил метку на боссе. Причем, ну, чтобы она светилась, даже если не я ее кинул. Просто чтобы, ну, смотреть есть, потому что мы вечно же этих бафов очень много, она где-нибудь там затеряется. А, ну да, кстати, есть. А. Забернила ретрика, падла. Ага, третий раз. Сука тупая, нахуй. Она и ТТМ, короче, бернит, и Вара, по-моему, АП это бернит тоже. А, я понял, метку кто-то диспейдит там, походу. А, они себе еще кулачок прибавляют. Опа, ну блядь. Ну такие себе гладиаторы. Корнет босс. Непонятно, почему А, слушайте, у меня есть другая еще новая теория. А что если Корнет босс это перфект Ака еще? Теория заговора уже пошли, надо вовремя остановиться. Да, в 4 окна, вдруг против друга играем. Да, и это молчание просто. Он просто берет, типа, одной рукой ногой играет за одно, короче, а второй рукой ногой играет за Ака с перфектом. Все нормально.
все понятно с тобой. Мы тебя раскусили. Ой, у меня сейчас стрелы закончатся. Ё-моё, есть поинджис? А, не, все нормально, меня смоют. Ты обычными стрелами стреляешь? Не, ну, да. Понятно. Я сейчас все будет, все нормально. Внутренько. Опа. Это, по-моему, этот. А, это бесполезный, по-моему, спел, да? Это который, это там травка какая-то нерисованная, непонятная. Давайте так же здесь стоим, я туда поднимаюсь, как мы в прошлый раз делали. А может сюда прям вот выводи в эту комнату? Я сюда и приведу. Вот вы стоите здесь, а я вот здесь вот буду. А есть у нас, кто у нас этот плить может, кому отдать? Да никто вроде не может. Никто не может, блядь, кнопки нет. Ой, я просто выплетнулся. А я даже не заметил, извините. А давайте, может, я половину заведу пока и чтобы он будет. Шоу простит, как говорится. Там пиздец бежит, там бежит пиздец. Карнист, ты мне кулак-то ебани. Да сейчас ебанут как надо. Или с босса можешь этот дать. АПшечку. Тоже нормально. Слушай, ну ММ, кстати, тоже нормально, он же град, по-моему, что-то апает у нас. Не, как град, он типа без задержки его кастует. Но если тебя не бьют, то типа, ну и задержки нет. Ой-ой-ой, больно. А, ну здесь урон периодически проходит, поэтому трапа плюс град, типа, нужно билд сделать. Что здесь полезного? Мятежный стрелок. Ой, я ебу. Ой, меня стола. Беги, бежим. Бежим, да? Стан, бежим. Не ходите, стойте. Куда там танка нету? Вот. Ничего, не прохилите это. Ну, ты можешь чуть-чуть поменьше? Поспокойнее, дядя. Я всю комнату привел. Сейчас стан будет это внизу. Это питомец, тут он же сейчас. Ты в следующий раз знаешь, что веди? Молчизара сразу. Нормальный панч. Ну, блядь. Это не надо. А чё мы от Донта убежали? А куда дом делся, я не пойму. Сейчас опять стан откатится. Ну, видал. Гля, Корнеста, я пошутил, все, не надо на мой адрес. Я понял, что босс это не ты. Крылатая жаба. Ребятки, у меня ЧП. Сейчас я быстро вернусь. Вон типы стоят.
Но мы же сегодня репу не докачаем, да? По-моему, докачаем. Докачаем. Это восьмой поход? Если на деву пойдем. А вам сколько репы осталось? Ну, мне вот 16 121. У меня 14. 5 тысяч мы точно докачаем. Ну, хуманы, конечно, в этом плане намного лучше. Мне осталось... Но у меня сейчас 20 тысяч. А, то вот ты докачаешь. А квест сделали на этого? На кого? На погибель у меня есть квест, да. Вообще ништяк. На погибель или что? Да. А, так у меня тоже есть квест на погибель. Отлично. Мне кажется, вот эти страдания наши, типа, ну, с огромной пачкой мобов за один раз, но лучше так, чем очень долго тут стоять. Ну, типа, мне вообще продолжать так агрить, я к этому спрашиваю, потому что сейчас комната вообще пустая. Да. Хорошо. Я подумаю, как мне это пережить, потому что, ну, по мне физ урона мало, а вот магического, ну, у меня панцирь слетает за секунду. На панцире 75 тысяч. С бомжами можно просто бомжить. А бомжи повернулся. В этом проблема. Они типа начнут крутиться и вас задуют. Я тоже думал о бомжах. Не надо думать о бомжах. Блин, так хреново, что на хилпала нету пояса и ступни на хаст МБ5. Почему есть? Как, ну, я имею в виду выше 226-го. А-а-а. Постоянно везде крит МП5, крит МП5, все. Больше нет. Ну еще ничего страшного. Да не-не-не. Киш, может. А этот. Есть Кань. Кожа. Ну, кожа пятая, конечно. Ну вот кожа с алгалона 239, этот пояс падает. Разве что такое его можно взять. Типа, если ты одну шмотку из 20 возьмешь крит МП5, ничего страшного не будет. Ну, вообще-то страшно. Да, ну, у меня и так пушка без этого. Без хосты. Так что. Мне резать еще хосту, это придется камни опять вместо инты хосту брать. Такое. О, подожди, даже в ЦЛК же так делают, по-моему, палатины, там вообще ткань берут на крит хаст. Да, да, они все берут. А, пидорасы, блядь. Нахуй этих паладинов. Да не, Волонир будет, вообще плохо будет. Ну, до Волонира еще 16 надо. Слушай, если так как падает, типа это по идее 2 кд. Не 2-3 кд. Может даже 4. У кого-то вообще в жизни Волонира не было ни разу, нахуй. Ну, у меня не было ни разу. Вот у меня тоже не было. Кто помнит, что делать надо на погибели? Давайте рыбку. Там, взлетает в лужах, не стоять. Подождите, так у нас же минус один. Босс там писал, что ему на 10 минут надо отойти. А, ну тогда пойдем трэш почистим к этому. Да, давайте пойдем трэш почистим. Все, сейчас я иду, это, блядь, пидор нассал, блядь. Понятно. Его все-таки закрыл, да, его нассал. Нормально. Так, а ты мразоты еще те. Не, это, по-моему, пес у него. О, господи, чипсы у него есть. Не, ему дали это, ну, в гости. А есть спел или фридом? Наверное, на следующий раз с накожевку себе сделаю просто чарку. Точно. На кучу резиста. На файер. Чем на файер? Но чтобы трэш жить. Они же огнем бьют. Ну, если есть у тебя запасные наручи, то можно сделать. Ой, да слушай, ну да я на эти накину. Мне так-то больше ничего особо не бьет.
Запасные что? Более слабые возьми чуть-чуть, туда просто накинь все, а потом у меня и на ручек с чертами. Ну, может быть так, да. Я вот недавно смотрел этого без хилпала, ну именно гир, когда целка выйдет, там весь шмот это хаст крит. То есть МБ5 они вообще не берут. И шаманы так же делают, и ДЦ так же делают. Вообще почти все хилы так собираются. Нет, ДЦ так не делают. Крит хаст. А зачем тебе МБ5? Зачем ему хаст? У нас собирается до капа, а дальше все основное крит МП5. Ну да, и бой тебя кап там. По мане у блин. У косты 1270 кап. Ну конечно. ДЦ там меньше надо. ДЦ около 400-500 там так это варьируется. Там еще больше. Не время таланты 25%. Ну да, поймал, там. А к чему вы это что, калькуляторы взяли? Ну да. Мы тут математика меряемся. Там, мне кажется, такой принцип работает. Вышел контент, одел шмотки с него и все. Че, какие нравятся. Не, ну целка-то это по идее без контента уже. Единственное, обычного. Я знаю, что вот вы про МП5 говорите. Единственное, есть боссы ласты, то есть личи, халионы, там вот когда их осваивают, бывает, что какие-то шмотки переодевают вот это МП5. Типа когда маны не хватает в рейде, если, допустим, один иннер или два, если их не хватает, бывает, что переодевают немножко. А в других случаях уже когда фармят, уже в битве просто одевают скрипкаст и все. Не знаю, на их не много. Зачем ДЦ много карты? Не, ну много не надо, но со шмота собираешься, все это тоже же. Ну, там есть кап, вот когда под геру дают, и у тебя ГКД одна секунда, меньше секунды ГКД ты не сделаешь. А есть, когда люди собирают хосту чисто для того, что когда даже геры нет, и ты приближаешься к этой секунде. То есть, ну, цифры большие собираешь. У кого пинг хорош? Что? У таланта у него есть лишнее время. Это так дает 25% хосты. Ну, это понятно. Потом... Айнан, лупишь. Все, так... Ну, так, ты учитываешь, что это лишнее время, это штука на щит. На ком? Позорка, отойдите. А ты что, когда выберешь, щитуешь? Ну, так АДЦ это не только щиты, есть энкаунтеры, это разные. Где-то исповедь, где-то молитвы, где-то еще исповедь какая-то параша. Исповедь прерывает лишнее время. И у тебя в 25-ке исповедь. Не, ну это прям... Это значит, ой, другие хилы не доигрывают, что у тебя исповедь в 25-ке. Я исповедь кидал. Ой, Невер упал. Да конечно, блядь. Я выношу, блядь, сзади стою, блядь. Хилы мимо пробежали, как будто ничего не было. Не, ну Кардесу простите, но на двух персах сразу играют. Да не, ну разные энкаунтеры бывают. Так категорично, ну, не получится рассудить. Я махнулся уши. Если что, так лишнее время снимает только быстрое исцеление и великое исцеление, и все. Исповедь не потоковая не сбивается, мгновенно тоже не сбивает вот баф. Вот я бы за ДЦ не играл, я за хотпреста лучше поиграл. О, каприз, ну вообще ни о чем. Ну, ни о чем-то это понятно, ни о чем. Но как ассистент хорош. Интересно, но реализация хуйня собачья. Ну хули поделать. Они с колодцем, во-первых, объебались. Это самая бесполезная хуйня, которую можно было сделать. Дело в том, что ни в PvP, ни в PvE никак не применить. Вот когда ты 5, по-моему, там сделали, что он автоматически хилил. Вот тогда заебись стало. Ты механику посмотри, получаешь урон, баф исцеления спадает. И как ты будешь этим хилить? А это в Т5 так же, что ли? Так же само, оно ничего не меняет. Он просто мысли, на расстояние не... позволяет хилить, и все. Ой, я не помню, блядь. Надо еще там Т5 до этого дожить. Я, конечно, очень колодец встречал только на Фе, и, по-моему, его прожимаешь, он как флешка хилит, когда там 3 секунды. И я, может, ну, он там что-то вешает недолгую хилку. Он на тебя фотку вешает. Лупа полная прям совсем. Это нормальная тема, просто нужны люди нормальные, чтобы юзать хаприста, блядь. Зачем, когда можно тыкать два эршама? Вот именно, зачем, когда можно тыкать одну кнопку? Ну да. И профита больше. То же самое с протоваром и остальными танками.
А что с ними не так? Да ничего с ними, все нормально. Зачем они, если есть ДК? Вот именно. Ну типа ДКшка, по-моему, прошибает посильнее, чем против. Само собой. Блять, я опять же, разные. Ну, если что, понт выйдет. Дон, блядь, успокойся, что ты такой, блядь, всех решил притянуть? Да там у меня пипец прыжок на автокасте стоял. Понятно. Вайпнуть нас хочешь? Да, мы сильные. Вот ДЦ на Т5 вообще-то будет вкусный бонус. Ага, купол. Не только купол, 0,5 ГКД секунд на щиток, ты шо? Ой-ой-ой. Так это получается вообще можно хосты не собирать. Ну да. Но это все равно бессмысленно. За 10 секунд весь охрен забыл. Ты же не возьмешь хосту, со шмота не удалишь. Все равно ты шмот одеваешь. Дело в том, что тебе просто 0,5 секунд будет и все. Не, ну хоста да, само собой останется. Оно тебе вред будет, в принципе. Это вообще, я помню, когда только выпустили Т5, прям вообще бомба была. Вы мне скажите, до осколков Волонира надо какое-то такое сделать? Я вообще по квестам не шарю. Я все время... Берешь квест, тебе нужно будет у Брукбрана, по-моему, он тебе дает Волонир квест. На этом, на йоге просто кидаешь ему в рот во время каста. И все, и у тебя появляется... А, да, молот появляется, потом приходишь к этому, он тебя перековывает в легендар. Сильно легко как-то. Ну, типа... Да. Типа... Да? Просто не, ну это подробно. Осколки собирать и все. Вот в Вальгале я Эскалибур заебался собирать. Корнес, давай уже. Что давай? Давай уже на босса заходи, говорю. Все, пошел заходить на босса нормально. Вальгала это что, песочница, да? Да я хуй знаю, что песочница, что значит песочница. Я думал, песочница это этот трон Майнкрафт. А что за Вальгала? Я думал, на гильдии говорить. Ну, Assassin's Creed Вальгала. Там типа в Англии, видите? Это с мифологии, как раз нордовской. Вальгала, да, это этот... Рай. Ну, типа... Песочница, говори. Не песочница. Ну, как писать правильно? Ну, типа, загробный мир, который, но... Типа, для воинов. Ну, рай. Ну нет, там типа не рай, типа у них там тоже есть понятие рая и ада, но в этом, типа, это именно для воинов, короче. Те, кто именно викинги, то вот эти сражались, короче. Там типа в этом какой-то замут был. Вот только бы приглашали. Ладно, давайте выбегаем, да, выбегаем из комнаты. Run, forest, run. Аспект мешает. Вроде нет. А мне промахнулись. Нормально. Ну я нормально, я тебе аспект выключил, когда он тебя взмах делал. Я скилловый пацан. Не знаю, меня типа больше всего греческая мифология вкатывала, но и опять же, типа вот мне очень жестко нравится троянский цикл, он прям пиздатый. Ну, в книге намного лучше описан, чем в фильме. Хотя фильм экранизация тоже в целом прикольная. Приятная картинка, даже вот несмотря на то, что это фильм кого там, 2002, по-моему, года. Время вообще самый лучший, по-моему, фильм. Что еще раз? 2000-е года фильма мне нам больше всего нравится. Типа тогда, когда они еще типа компьютерная графика появилась, но она не была настолько крутой, что можно было не писать сюжет. Так, а ты посмотри, вот сейчас я же говорю, я недавно трое пересмотрел, и типа, блять, вот, ну, вообще не видно, что там компьютер. Вот типа очень. Мы без босса будем убить? А вот это хороший вопрос, Корнес. Где он там? Мы точно тут дальше 10 минут трэш чистим. Давайте перекур сделаем. А вот и он. Все, он тут отлично. Давайте на это на погибель. Встретим его, а потом сюда поднимемся. Тут шкаф уже поставили. А, ну хорошо, давайте сюда тогда уж. Я забыл, что шкаф существует. Айнон, скажешь потом, как тебе рыбу нужно будет дать? Так вот уже рыбу поставили. Ну, он же ставит.
Он же тратится. А-а-а. Я просто не знаю, когда ты ему там давал стак, когда он там закончился, или уже закончился, я вообще не слежу за этим. Правильно. Просто даешь, короче, и все. Типа, даешь ему там 5 рыбочек, и он тебе в течение всей жизни ставит. Очень.